море, горе море, фестиваль он нас с тобою вновь собрал под эти ноты нашей музыки сердец. Павел Фахрутдинов. Большое спасибо хочу сказать организаторам этого фестиваля за то, что наконец-то поставили меня в привычное для меня время. Удивительное дело, что... Ладно. Дорогие друзья, я так понял по задумке оргкомитета, что если поставили в 12 часов, это значит, что я могу делать все, что угодно. Ну, там, петь какие-то... Ой! Хулиганские, вы думаете? Почти. В общем, я решил, что... Ну, как бы не то, что я решил. У меня партзадание... В общем, позажигать немножко. Именно поэтому я спою колыбельную. Аллилуйя, он поет колыбельную. Вы это имели в виду? Пространства маловато сейчас. Друзья мои, какие же вы хорошие. Чего? Баю-баюшки, бай-бай, в дом стучится триллер. Спи, сынок, не забывай, что твой папа киллер. Пистолетик под бочок и спокойной ночи придет серенький волчок моего замочи. Спи, мой маленький пострел, все уснуло четко. Спит оптический прицел с лазерной наводкой. Спят гранаты РГД тихо в лунном свете. ЦРУ и ФСБ тихо спят, как дети спят мемориальным сном. Траурные ленты спят, пока еще живьем папины клиенты. Где-то спит строптивый мент, спит патронов ящик, спит родимый президент, спит его закат. Баю-баюшки, баю, спи, мой ненаглядный, вот подрастешь, тебе куплю ствол семизарядный. Превзойдешь меня в стрельбе, все об этом скажу. А потом, глядишь, тебе и меня закажут. Класс. Баю-баюшки, баю. Спасибо. Я каждый раз наблюдаю, с какой осторожностью люди начинают аплодировать после этой песни. Ой, я вам потом расскажу, как я ее спел в Минске, в Белорусском государственном университете. Я вместо слов «спит родимый президент, спит его заказчик» спел «спит ваш батька, президент спит его». О, Господи, ну ладно. Это длинная история. Друзья мои, хочется-то спеть что-то хорошее, а Евгений Дербидонович говорит, надо петь «Девочка в очках». О, так что, петь «Девочка в очках»? Вы знаете, что вы вообще единственные люди, которые продолжают ее хотеть? Больше уже никто не хочет. Да подождите вы, друзья, я все слышал про «Аллилуйя», все как бы... Хорошо, есть кто-то, кто не знает, о чем идет речь про «Девочку в очках»?
Правда? Покрутить фонариками. Еще остались такие. Ладно, я вам сочувствую. Я приеду к тебе на башенном кране, с компотом в стакане, с едой в бороде. Ты обычно меня называешь маманей. Я обычно зову тебя девочка в очках, в очках, в очках, в очках, в очках. Девочка в очках, в очках, в очках, в очках, в очках. Вот весь собственный смысл песни. Орать дурными голосами девочка в очках. Привезу я для зрения ягоды в клюве, на это ты клюнешь и обалдеешь, моя милая девочка, клюк-бот. Ешь, моя милая девочка в очках, в очках, в очках, в очках, в очках. Девочка в очках, в очках, в очках, в очках, в очках. Я проеду на кране от крыши до крыши, меж выше и ниже, от счастья к беде, где эмоции клюквенным мякишем брызжут из красного рта моей девочки в очках, в очки в очках, в очки в очках. Девочки в очках, в очки в очках, в очки в очках. Я обычный сантехник, четверг после бани, на башенном кране, неясно, что делаю пьяными воплями. Эх, мне бы сейчас воблы, а мне нужно вовремя. На высоте тут быть правдой в стакане, с клюквой в кармане, с мыслями о благородном труде. Нести эту песенку фола на грани, песню тебе, песню тебе. Сейчас вот давайте сейчас вы поете. Раз, два, три. Эх, и! Не-не, друзья, во-первых, не все. То есть вы поете не все, а это плохо. Во-вторых, вы попадаете в ноты и в тональность, и в ритм. Это не надо. Это надо сейчас отключить слух и мозг и просто... Я возьму вот это вот. Давайте. Раз. Там... За что вы так с ней? Я успел с ней породниться, я даже дал ей имя. Друзья, в общем, у девочки в очках, к сожалению, к вашему есть продолжение. Девочка в очках, часть вторая. Я не буду ее петь, там сюжет такой, что она наконец-то влюбляется, встречает мечту всей своей жизни, и песня заканчивается так. В песне скоро поставится точка, у них скоро появится дочка, и для девочки этой, я полагаю, колыбельная будет такая, там, да, в очках, в очках опять. И потом, значит, у них дочка появилась, и поэтому теперь часть 3. Дочка девочки в очках. Я вас предупреждаю, друзья, сейчас вот окончание, финал фестиваля. Мозга нет, чувства такта и справедливости тоже никакого во мне не осталось. Поэтому я сейчас буду петь самую высокую интеллектуальную песню из тех, что я сочинил. Oh.
училка астрономии и физики, знает иностранные языки. По совместительству она дочка той самой девочки в очках. Знает психологию и анатомию, то есть знает все about you. Только для того, чтобы познать себя, не поможет ей психология. Вечером она моет полы в школе, а после несет себя домой Коле. А Коля бывший сотрудник НИИ, ему про НИИ-НИИ. Им про НИИ-НИИ, про НИИ-НИИ, про НИИ-НИИ. Им про НИИ-НИИ, про НИИ-НИИ, про НИИ-НИИ. А сейчас будет куплет, к которому руку предложил всем известный интеллектуал Василий Юрьевский. Так вот, у дочки девочки в очках огонь сопричастности в зрачках. Огонь сопричастность распространяется на все, на всех бездомных на улицах, на все глаза, что в глазницах, на всех тупых, что в тупицах, на всех глухих, что в глухницах, на всех слепых, что в слепницах, на всех мажоров, что в ницах, где балуются баловницы, где шок от волшебного пшика и там, где клубится клубника. Там, где клубится ца, где клубится ца, где клубится ца. Это клубника ката, клубника ката, клубника ката. Хорошее слово, кстати. Там, где клубится ца, где клубится ца, где клубится ца. Это клубника ка. Но от того, что мир жесток, все в ее мире вообще не ок. Все в ее мире вообще не так. Никто не хочет ей ставить лайк, когда она просто постит посты и пишет в них: «Костик, котик, прости». Откуда здесь взялся Костик, вы спросите? Он хоть и пацан, да уже с проседью. «Прости», она пишет, потому что да, Коля, нужно выбирать между Костей и Колей. Нужно выбирать между Колей и Костей. Давай определяйся, где бросишь кости. Давай думай, дочка, ты девочки в очках, в очки в очках, в очки в очках. Девочки в очках, давайте прям парем. Ну, one, two, three, четыре. Ну ладно, вы, может быть, спросите, а в чем же мораль? Ты что, Фахрутдинов, головой захвораль? Кто ее знает, мораль-то? Где дебет, где кредит, где сальдо? Морали тут нет. Зато сердце согрев, можно еще раз пропеть. Этот офигенный припев! Ах, девочка в очках, в очках, в очках, в очках, в очках, камон! Ну давайте, ребята, хватит сдерживаться, порем! Ладно, ладно. Давайте теперь хорошие песни попоем. Песня великого барда. Сейчас тоже будет авторская песня. Великий бард, имя которому Леонард Коэн, в переводе потрясающего поэта и переводчика из Казани Алексей Гамаско. В прозрачном небе звучал хорал, Давид играл, Господь внимал, и оба улыбались, торжествуя. Все было так, услышь, очнись, полтона вниз и снова ввысь, блаженный царь слагая, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Yeah.
Кто в вере тверд, наград не ждет, но вышла дева из пенных вод, и через миг сомлев от поцелуя, ты вогнан в мелкий мир обид, твой лоб обрит, твой трон разбит, из губ твоих сорвалась аллилуйя, 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 аллилуйя. Давно мне тот сюжет знаком, сухим от страсти языком, как прежде о любви тебя молю я. Мой щит все так же на вратах, но дом мой обратился в прах, все погибло, все разбито, аллилуйя, аллилуйя. Над нами Бог, а вдруг его зовут любовь, когда имен не поминая в суе. Прижмемся бережно к плоти плоть, чтоб души наши грел Господь, чтоб каждый вздох звучал как Все, друзья, фестиваль заканчивается. Завтра мы все разъедемся. Непонятно, когда встретимся. Разбросали слова, словно семечки серым пернатым. И теперь бессловесной гортанью мы можем легко надышаться друг другом на птичьих правах. Мы, конечно же, были бы рады увидаться еще, но для этого нам нужно выйти из времени круга. В ожидании встречи замерзают фразы, звуки в горле превращаются в комочки. Мы еще увидимся, но чтоб не сглазить, вместо даты ставим просто многоточие. Вместо фото лучше обменяться взглядом. Как ни странно, взгляд съедает расстояние. Несколько часов дороги, это рядом. Тепловозным гулком ночь наполнится и перельется. Лишь два рельса стальным кипятильником будут стараться согреть эту стужу, это будет потом. А пока нам с тобой остается бессловесной гортанью вдыхать расстояние, пытаясь его сделать уже. В ожидании встречи замерзают фразы, звуки в горле превращаются в комочки. Мы еще увидимся, но чтоб не сглазить, вместо даты ставим просто многоточие. Вместо фото лучше обменяться взглядом. Как ни странно, взгляд съедает расстояние. Несколько часов дороги, это рядом. До свидания.
В ожидании встречи замерзают взгляды, звуки в горле превращаются в комочки. Мы еще увидимся, но чтоб не сглазить, вместо даты ставим просто многоточие. Вместо фото лучше обменяться взглядом. Как ни странно, взгляд съезжает расстояние. Несколько часов дороги, это рядом. Будьте светлы и счастливы. До свидания. Валерий Мустафин, спасибо тебе большое за звук на этом фестивале. Давайте спасибо скажем Валерий Мустафин. Ура! Меня зовут Паша Фахрутдинов. До встречи.